У дома номер 3 по Жуковскому проезду предприимчивые автовладельцы зарезервировали себе парковочные места, засыпали газон асфальтовой крошкой и строительными отходами и получили часть придомовой территории в свое личное пользование, тем самым нарушив сразу несколько федеральных законов. Администрация решала эту проблему частично. Например, срубали только с одной стороны колья. Они сфотографируют это, а житель придет, заново прям поставит. Или они сфотографировали, все их отложили, эти же колья берут, вкапывают, и проблема не остается решенной. Самовольный захват придомовой территории считается незаконным. Вопрос с незаконной парковкой должен решаться в рамках администрации, так как земля муниципальная, принадлежит, соответственно, Ленинскому району. И земля эта должна быть для всех. Либо это парковка для всех с соблюдением, опять же, всех строительных, пожарных и санитарных норм и правил, либо таковой парковки вообще не должно быть. Кроме захвата парковки есть и другие проблемы. Жители сетуют на отсутствие детской площадки. Также стоит вопрос о сохранении бельевой площадки позади дома, так как у жителей первого этажа нет балконов. Для обсуждения решения вопросов благоустройства и было организовано собрание собственников многоквартирных домов с представителями администрации. В рамках комплексного благоустройства у нас и так с вами запланировано здесь расширение парковки. Вот. Но мы еще тогда подрасширим ее фактически вот, ну, до магазина. То есть здесь мало просто этого. Будет большая... Мало. Нет. У вас парковки даже, у вас даже парковочных мест... Подождите. У вас парковочных... Машины здесь ставить. Давайте схему посмотрим с вами. Давайте. Да вот схема у нас тоже есть. Как, чего не устраивает? Вот у нас тут 5 домов. Вот той площадки не хватает. Тем более, когда ее... Площадка какой? Детская? За домом, да. Вот это место под детскую площадку, оно подтверждает? Собрание прошло очень сумбурно, мнения разошлись. Жители дома номер 3 за парковку, жители дома номер 9 за сквер. И каждый готов отстаивать свои пожелания. Но в любом случае комплексное благоустройство не начнется, пока жители не придут к консенсусу. Будем собираться дополнительно. От каждого дома по 2 человека в администрации, в отделе благоустройства для более конструктивного обсуждения благоустройства территории. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев и Адамия, Елена Кошелева. Видное ТВ.